Садовая душа есть, да, Александра Невского 1 и Александра Невского 2. То есть восстание Маяковского, да, есть такие. Нет, есть, но ну, только вот такие вот соединительные. Смотрите, вот 1500 тысяч, 1000 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 тысяч,
Сейчас. Наш лучше, наверное. Ребят, не прекращайте, Таман, вы же не одни на экскурсии. Все хорошо, все хорошо. Не стоит паниковать. Нас приняли на третий путь станции авто. Впереди нас следует состав проекта «Юбилейный». Ну, соответственно, мы будем следовать за ним. Может быть, мы даже его увидим. Главные пути у нас находятся, соответственно, за стенами свода туннеля справа и слева. Ну и за стрелочными переводами у нас, соответственно, первый справа и второй главный станционный путь станции авто. Уважаемые гости, убедительная просьба, чтобы все могли посмотреть, что происходит впереди. Постарайтесь как-то меняться и там, чтобы дать другим тоже посмотреть. Спасибо. Я слушаю.
заметьте, насколько плавно происходит режим торможения и набора скорости. Потому что поезд ведет профессионал высшего класса. Высшего класса. Станция Балтика. Балтика и Балтийский флот. Thank you.
состав первой линии в середине 60-х годов прошлого века. Оригинальная станция, до того, как был организован пересадочный узел, находится через переход. Та станция посвящена выдающимся научным деятелям России. Thank you.
станцию Площадь Восстания, последняя станция первой пусковой очереди Ленинградского, но не петербургского метрополитена. Оформление станции посвящено революционным событиям начала прошлого века. Единственная станция, где сохранился облик Иосифа Сталина. Все остальные облики были убраны при оформлении. Thank you.
Уважаемые гости, наша поездка подошла к концу. Мы прибыли на станцию Площадь Ленин. Спасибо, что были с нами. Желаю вам хорошего дня. Спасибо, всего доброго. Все закончилось, теперь все.